Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. В этом ролике я решил сделать небольшое исключение из правил. Я начну опять афоризмами и цитатами от Юрия Никитина, но продолжу юмористическими афоризмами от Николая Фоменко. Их на моем форуме в свое время предложил форумчанин, писавший под ником Оцелота. Почему исключение? Если кто заметил, в ролике у меня обычно 20 афоризмов и цитат. Но у Николая Фоменко их несколько больше, а точнее ощутимо больше. Но я решил их на этот раз предложить вашему вниманию все, потому что они у него короткие. Но правда, от этого они у него не менее смешные. Но и с вашего позволения я начну. Дураку, как известно, до всего есть дело. Когда прижаты к стене, то дурное решение всегда самое верное. Где больше платят, больнее бьют. Но и юмор от Николая Фоменко. Под лежачий камень мы всегда успеем. Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало. Заходи тихо, говори четко, проси мало, уходи быстро. Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Любишь кататься, люби катайся. Мальчик объяснил жестами, что его зовут Хуан. Мне чужого не надо, поэтому и продаю. Мы не правые и не левые, потому что мы валенки. Наша страна богатых, но временно бедная. Не болтайте ерундой. Но вот, опять нет повода не выпить. Не перепились еще на Руси богатыри, добрые молодцы. Не рой яму другому, пусть роет сам. Не умеешь петь, не пей. Несколько раз отмерь и несколько раз отрежь. Ничто не дается нам так дешево, как хочется. О, русский секс, бессмысленный и беспощадный. Он сказал «поехали» и запил водой. Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу. Обналичим Нобелевскую премию. Один в поле не понял. Пиво с утра не только вредно, но и полезно. По просьбам читателей наша газета будет выходить в рулонах и без текста. Поближе узнаешь, подальше пошлешь. Поработал на совесть, поработай на себя. Почем вы, девушки, красивых любите? Работа не волк, а произведение силы на расстоянии. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов. Русская водка, не дай себе просохнуть. Русская речь без матов превращается в доклад. Рожденный ползать упасть не может. Серп и молот, коси и забивай. Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно. 7 раз отпей, 1 раз отъешь. Сколько водки не бери, а все равно 2 раза делать. Счастье было и так возможно, и вот так возможно. Такой я человек, зла не помню, приходится записывать. 3 дня и 3 ночи скакал Иван-Царевич, пока скакалку не отобрали. Утро добрым не бывает. На этом все на сегодня. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках.